На межрегиональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» Ульяновскую область представит коллектив «Юные театралы» детской школы искусств номер 7. В студии ребята занимаются не только актерским мастерством, но и вокалом, хореографией, а также художественным словом. Подготовка на высоком уровне дает отличные результаты, многочисленные победы в театральных фестивалях и конкурсах. Мы выиграли региональные дельфийские игры и это по осени, и вот теперь региональный этап театрального Приволжья. На региональные дельфийские игры мы тоже ждем сейчас просмотра наших всех спектаклей. И если нас отберут на всероссийский, то мы тоже, собственно говоря, готовы поехать и побороться. На окружном этапе коллектив «Юные театралы» покажет спектакль «Сказка про» по мотивам сказок Сергея Козлова о ежике и медвежонке. История взаимоотношений ежика, зайца, медвежонка и других героев делает повествование насыщенным и многотемным. «Сказка про» – представление о любви, дружбе, об отношениях с природой. Основную тему спектакля каждый зритель определяет для себя сам. А правда, мы будем всегда. Правда. Правда, мы никогда не расстанемся. Конечно. Правда, никогда не будет так, чтобы нам надо было расстаться. Правда. Постановка «Сказка про» творческого объединения «Юные театралы» стала лучшей из 18 детских спектаклей, представленных на региональном этапе. Впереди юных театралов ожидает тяжелая и долгая борьба за победу с победителями из других регионов Приволжского федерального округа. Сейчас ожидает эта оценка уже экспертного жюри из 14 субъектов Приволжского федерального округа. В каждом субъекте Приволжского федерального округа проходит оценка всех уже представленных видеоверсий спектаклей, и будут они до 15 февраля предоставлены в дирекцию фестиваля. Фестиваль «Театральное Поволжье» – общественный проект, который реализуется с 2019 года. Главная цель – популяризовать театральное искусство среди детей и молодежи, а также поддержать любительские театры. 27 марта в День театра будут подведены итоги фестиваля и определены лучшие из лучших в Приволжском федеральном округе. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.